Находящийся в юго-восточной части Исландии вулкан Эревайокюдль может пробудиться в любой момент. К такому выводу пришли специалисты, изучив данные со спутника. На полученных снимках заметно появление новой кальдеры. Ранее на этой неделе поступили жалобы от местных жителей, что в районе вулкана стал ощущаться запах серы. Метеорологическая служба страны объявила желтый уровень угрозы, но пока никаких признаков вулканической активности нет. Эревайокюдль за всю историю наблюдения извергался два раза. В 1362 году вулканическая активность растопила ледник на вершине горы, а в воздух были выброшены огромные объемы тефры. Потоки воды и осевший пепел на 40 лет сделали район вблизи вулкана непригодным для жизни. Второе извержение началось в августе 1727 года, а завершилось в мае 1728. В целом оно протекало гораздо спокойнее первого и не привело к таким серьезным последствиям. Ранее мы рассказывали еще об одном вулкане Исландии – Бардарбунга, проявляющем повышенную активность. Опасность для острова, по мнению ученых, также представляют вулканы Катла, Гёкла и Гримсветн. Если вулканы взорвутся одновременно, это будет настоящей катастрофой, которая может полностью разрушить остров. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Это и ускорение движения тектонических плит, и рост темпа активности процессов, и обострение проблем общепланетарного характера, в том числе сейсмической, вулканической, солнечной активности, изменение магнитного поля Земли, скорости дрейфа магнитных полюсов Земли, смещение земной оси, изменение альбедо планеты, ее орбитальных параметров. Кроме того, наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, сокращение площади и массы ледникового покрова суши и полярных морей, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических явлений, засухи, наводнений, тайфунов и многое другое. То есть регистрируются многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования международной группы ученых Международного общественного движения АЛЛАТРА показывают, что обладая знаниями исконной физики АЛЛАТРА, обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.